Давай, иди, иди, моя хорошая, иди. Ну что же это, инкубаторские не могут погулять. Ну я вас сколько жду уже. Иди, иди. Там вон вам тоже травка есть. Давайте, давайте. Вот, видишь, как хорошо вам здесь будет. Сейчас пойдем инкубаторских позовем. Тега, Тега, Тега. Тега, Тегушки, Тегоньки мои маленькие. Вы уже устали здесь сидеть. Скорее, скорее, скорее. Идите, мои красавцы, идите. О, как хорошо вам. Что это у нас теплица-то закрыта? Вот, идите купайтесь, давайте купаться. Вон сразу, видите, куда? Кормушки. Сейчас я вам насыплю, принесу пшеницу. Все вытоптали. Все вытоптали, все заросло ромашками. Ой, пар, пар прям идет. Жарко как здесь. Вон мои перчики все красненькие, всякие желтые и зеленые. Хрен где вырос, разрастается. Был вообще один куст вон там, а теперь уже один хрен кругом. Один хрен. Ну что? Сейчас я вам принесу еще.
Скажите, гусыня побежала, прям полетела оттуда, сюда, к забору, а гусак задрал голову, не видел ведро, в ведро наступил, опрокинул, перепугался. Ой, да вы мои хорошие. Ой, господи, сейчас я вам уберу сторонку. Вот так сюда. Сюда водичку. Кошки с Матильдой охота летать. Маленькие вы мои. Вот ремонтантная Виктория. Цветет еще ягода красная. А, вкусненько. Купаются. Гошка караулит, стоит. Мои хорошие, жарко на улице. Мы водичку включили, чтобы побольше набежало. Жарко сегодня. Сколько градусов там? Ничего себе, в тени 33 градуса. Но, конечно, жарко. Ну, беленький-то стал ходить, и все нормально стало, слава богу. Вот им уже 2 месяца. А? Им уже 2 месяца, гусиком. Хорошенькие стали. Опа-опа-опа, тянется. Опа, вот он беленький-то, который самый маленький. Побежали, побежали. Пойдем посмотрим, чему там заняты. О, видели, мы ворота открыли. Большие куры маленьких выгнали. Ну, это как называется? Петя, ну ты наглый. Ты что их выгнал-то? Цепа, 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 цепа. Ну-ка. Цыпа, 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 сюда бегите. Цыпа, цыпоньки, идите сюда. Мы же большие куры выгнали их. А им же тоже охота грести. Вон, видите, как они гребутся, интересно. И что-то там находят, находят. О, о, о. Ой, где только не лазят.
сидят, смотрите, маленькие. О, пробежался прям по спине. О, бандиты. Малявочные. Что там? Вот эти два петушка не отходят от курочек. Молодцы. О, перелетел. Молодец, моя хорошая. Ты моя золотая. Да ты молодец. Перелетела и дальше, да? Ну и правильно. О, забралась на меня. Вот она. На плечах на моих. О, как хорошо ей. Ну и что ты там сидишь? Сидишь? А? Опа, молодец. Ну ладно, мои миленькие. Беги, беги. Пустите меня. Посмотрите, какое чудо у нас выросло. На рябине. Хмель, во-первых. Красиво как. Он, конечно, красивый, но что будет потом, неизвестно. Потом же он заплетет, конечно. Но еще одно чудо у нас на этой рябине выросло. Видите, желтенький плод. Это же тыква. Вот она, тыква. Выросла на рябине. А что она потом делать думает? Она же будет увеличиваться, увеличиваться. Тега, тега, тега. Тега, 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 тега. Пить, пить пошли. Ну, вот, маленько перекусили и побежали. Вроде накинулись на еду. Ну, сейчас все съедят. А маленько поели и пошли. Нет, не всю. Ну, просто они чуть-чуть поели и ушли.
Да я им маленько дала. Вон, пить пошли, видишь, куда, в бочку. Все, и пошли в огород по тропинке.